Всем привет! У меня для вас новое видео от shalapop.com. И сегодня мы поговорим о вот такой цветочной полянке. Это одна из первых моих игрушек. Она сшита из мягкого фетра и предназначена для обучения детей застегиванию пуговиц. Я добавила шуршащую пленку, чтобы играть было интереснее ребенку. Он получал дополнительные сенсорные ощущения. На этой полянке нет многообразия застежек, которые многие мастерицы любят, потому что я считаю, что ребенку нужно тренироваться застегивать один вид застежек. И вот эта полянка, она просто идеальна. Сначала мы осваиваем с детьми вот этот простой самый тип застежек, это пуговица на ножке. Важно, что эта пуговица, видите, она как половина бусинки, она очень удобная для застегивания. Ребенок просто вот так вот продевает, и она сама застегивается. Остается только чуть-чуть поправить. У ребенка есть возможность потренироваться. Один раз он попробовал, у него получилось, и у него еще, смотрите, сколько возможностей для того, чтобы продолжить тренировки. Этой полянке, наверное, уже почти 10 лет, но, как вы видите, она выглядит очень достойно. Я шила ее на руках, здесь просто по краю прошито 2 слоя фетра. Цветочки я не стала никак обрабатывать. Вы видите, что они просто вырезаны из фетра, он 2-миллиметровый фетр мягкий. В центре прорезь, которая тоже никак не обработана. Так детям намного удобнее, особенно в начале, когда они могут сами растягивать этот фетр так, как им нужно, чтобы все-таки получилось застегнуть эту пуговицу. Но, естественно, что в процессе игр цветочки портятся. Вот у меня сейчас осталось только 2 целых цветочка, остальные выглядят вот примерно так. Я без сожаления их убираю и просто вырежу новые. Нам нужно наметить разрез. Для этого складываем пополам и границы помечаем вот такими вот треугольничками. Здесь отрезаем ровно. Теперь на каждом цветочке будет удобно нарисовать место для прорези. Итак, нам понадобится мягкий фетр, мы просто прикладываем выкройку и обводим. Рисуем линию для разреза и обозначаем ее границы. Остается только вырезать. Таким же образом я вырежу и остальные цветочки, и полянка снова будет выглядеть как новая. И мы будем тренироваться застегивать и расстегивать пуговицы. Я продолжу вырезать остальные цветочки, а вас приглашаю на свой сайт shalapop.com за выкройкой и новыми идеями. Приятного творчества и веселых игр!